Валентина Чимберджи. В час ночи объявили номер Шамаханская царица. А может быть, частицами вселенной, летящими осколками, я, меня пронизывает музыка насквозь, вершится ли реки. Скремела ль полька, душа захвачена столько, что воздуха уж нет, чтобы вдохнуть восторг. И сам я в ней лечу в тот избранный чертог, где роковой рояль, как Симеон пророк, ждет среды. Родовой исток, в нем Бог творит. Сверхмузыку прелюдцы смолили душу. И праведный потоп охватывает сушу, и нет. В океане снов бессонница звонит в колокола, а снов, сорвав судьбы ее земной покров. Но в сути суть не изменилась, а просто жизнь крестом сложилась. Перекровилась, переволчилась, преобразила коду в гром. Тогда и возвращается в свой призрак дом скиталец истины, прапращур наш. Наящийся страсти окружается вновь в бездну лет людей. Лишь, как пепла от ученых алтарей, сожжет.
Геннадий Тарасоль, у рояля Юрий Дикий и Святослав Рихтер. Я верю, что возвращение Рихтера в Одессу А через 15 минут продолжается музыкальное приношение мастеров искусств Украины и России Святославу Рихтеру. Рихтерфест продолжается. Сказал, да, вы меня почувствовали вот здесь, вот в этой комнате. Положи, Андрюшу. А Гончарова что? Что стало с той судьбой? Безвестный жребий ей достался? Нет, он легендой пропитался. В любви поэт рождает слово. Любовь и дух вдвоем всегда, как Пушкин и Наталья Гончарова. Поэта рок и вечная звезда.